Вы вот не будете вдвоем на календарь фоткаться, да? Или это своя собака? Твоя собака. Страшная птичка. Омерзительно, да, Юля? У него слюни. Не толкай только меня. Куб! Дурак. Я же завалюсь. Пойдем, ладно, фоткаться. Так. Смотри, какая красота. Что они прыгают? Ты дебил! Не, надо вот сюда подвинуться. Подвинься. Полметра вот сюда. Ёль, ближе нет? Собака? Главное, вазу не уронить. Ну там удобное место. 30 сантиметров сова. Ну, пожалуйста, ну. Или нет? Мы к тебе все переставляем. Так, надо травочку. Ай. Что ты ноешь? Че, она тоже поснимать или что? Улыбайся. Ты чего так нервничаешь? Тут же никаких слов говорить не надо. Теперь костры рябин на 3 сентября. Да? Юль. Что-то она вот во всех этих будет просто сова с чем-то. Сидит, глядит. А тебе что надо? Ну, какого-то, в общем, движение, действие. Что, собаку спустить? Ай! Это был мой палец. Держи рябиночку, пожалуйста. Держи. Быстро.
заточила, клевала. Так. Закрывай. Ну, Юль. Так, мне надо к чему-то привязать перчатку. Юль, вот у меня, к сожалению, скоро, и к твоему счастью, сядет батарея. Тихо. Можешь вот так вот посидеть буквально на секунду. Баланс с собой. Неудобная рябинка. Да тихо ты. Это очень странное что-то. Рябиновый орден совы. Только его плохо видно. Что-то вот это... Выглядит, как будто сова летела, но успела тормозиться, влупилась в дерево рябину. В этом режиме не успевает. То есть я жму сфоткать, а она фоткает позже. И в итоге без фокуса. Короче, я не могу одной рукой фоткать. Не знаю, что делать. Не сфокусировалось лицо совы вообще.
Так, держи. Там машина сзади. Все, похоже, камера сдохла. Телефон сел. Дай мне, пожалуйста, этот телефон. В общем, надо идти заряжать телефон, а сову пока куда-нибудь посадить. С подсолнухами вон с теми в обнимочку. И нести вон тот череп куда-нибудь туда, в лощину, чтобы там потом сову посадить и тоже фоткать. Ой, ты можешь вон ту леечку убрать? Хотя сова может плюнуть эту рябинку. Ладно, не надо пока. Ну, такова красота. Ёль! Можешь же, когда не хочешь. Это она дуется на всякие движения кубика. Если его чуть-чуть поближе подвести. Не, может, не полетит. Ой. Ты будешь его чуть-чуть подводить? Давай. Главное вовремя поймать эту вазу, если она полетит. Вот. Нет. Рядом. Так надо фотки делать. Кажется, он сейчас взорвется.